Это тестовое задание номер 6 от международного мастера Дмитрия Фадеева. Выигрыш за черных. Черные попадаются на удар и последует контрудар. Значит, как они пошли? Черные пошли ED4. И вот здесь мы можем немножко подумать. Белые провели удар. И видно ли потом, какой удар проведут черные? Кто решил, пишите ответ в комментариях и нажимайте на лайк. Кто не решил, ставьте на паузу и подумайте еще раз. И через несколько секунд, поскольку уровень сложности здесь больше, чем для начинающих, Дмитрий продемонстрирует правильный ответ. Давай, Дмитрий. Белый проводит удар. Бьют в дамки на фосе. Эта партия случилась, кстати, где? В интернете на гамстер-гамблер. Да. Ну, случайно ты попал. Черные. Я думал, что делать, я думал уже сдаваться. А машинально пошел, отжигаю, думаю, мало ли, вдруг где-нибудь убегу. Ну, а потом случайно обнаружил, что у меня же есть, оказывается, комбинация. И D7. Ну, на G3 надо было точно бить, но я испугался, почему-то побил на H4. Дальше еще пришлось возиться. Спасибо большое. Не забывайте подписаться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.